Вот отсюда. Таки да, хорошо видно, что в этом году, 21 год 21 века, Рождества Христова, таки да, в Одессе много отдыхающих, много приезжих украду. Народ вышел праздновать юбилей незалежности. Район пляжа Лонжерон. Дельфинарий Немо и отель пятизвездочный или семи, я точно не знаю. Ну, цены как в восьмизвездочном. Неделю отдохнуть стоит как приблизительно месяц в Дубае. Лонжерон, Одесса. Все пирсы, волнорезы, все забито. Ждем-с. Ну что, наконец-то дождались. Народ к параду готов. Народ готов был еще часа три назад. Обещали в 10. Идут. Уже начало 12-го. Народ тут собрался еще в 5 утра. Некоторые с вечера. Палатки поставили. Как это... хорошо, что нет музыки. Неужели я закачаю ролик в YouTube? Да? Неужели меня пропустят? Так, что там у нас? Николая охрана. А мы вот звонили, смотрим этот парад. Какая задержка звука, да?
осталось там метров 300. Пипец. Сначала вспышка, потом звук доходит. Это дуэль морская. Шесть секунд перезарядка. Шесть секунд КД. Все, сходит. Всем пофиг, никто даже не подскакивает. Вот проснулся. Дым еще нравится. Кто-то вейп закурил. Боссман айкосик закурил. А мы снимаем видос. Ничего, так закрыл завес, и ни черта не видно. Не, я думал, будет. Видно, учебная какая-то, чтобы сильно не закапчивать. Он должен вообще заводить. Ну да. Куда-то не успеваю.